Комунальне підприємство «Міськсвітло» звітує. Цього року відновили освітлення на 89 вулицях Дніпра. Намагаються і модернізувати самі ліхтарі, які мають бути яскравішими та при цьому більш економними. Тим часом дніпряни, що живуть подалі від центру, світлим своє життя досі не вважають. Скажіть, а вас устраивает уличне освітлення в Дніпрі? Ні, звісно. А де конкретно? В жилмасів Северний. Там його взагалі нету. Знаете такое? На левом берегу. Вот там. Его вообще нету. Так же самое Винокурова, журналистов и все остальное. Там тоже нет освещения практически. Его не существует. Там где-то один. Сами жители делают это, горожане. Сами от подъезда собираются. А так вечером даже идешь, ну страшно. Сейчас темнеет рано и все остальное. А у нас много уголовников повыходило и все остальное. Так что руководство должно задуматься над этим. Ну, вы знаете, я живу не в самом центре, живу на Левобережном. Ну, там сравнительно нормально у нас во дворах освещение и на улице сейчас вот. Ну, в городе, да, а так не везде. На окраине, как мы живем, в один квартир, там плохое освещение. И плохое напряжение, и плохое освещение. Я живу на левом третьем. Я ноги все сбиваю, реально плохо. Донецкое шоссе плохо освещено, то есть аварии будут, ну... Может быть, здесь их хорошее освещение, в городе плохое освещение, это так, мягко выражаясь. Ну, на третьем Левобережном не везде есть. Аллея прекрасно сделана была, а внутри дворовые там плохое освещение. Директор «Міськсвітла» Дмитро Костогриз на це відповідає, що проблемні місця працівники КП шукають і виявляють активно. Конечно же, есть такие проблемы, мы об этом знаем, понимаем. То есть информация о проблемах, она поступает по разным, будем так говорить, источникам, каналам. То есть